«Что наша жизнь? Игра». 65-й день рождения отметил на сцене театра юного зрителя заслуженный артист России, народный артист Чувашии Василий Павлов. Василий Павлов родился в 1951 году в деревне Кудеснер Урмарского района. Большую часть жизни артист провел на сцене. В театре он служит уже 45 лет. Им созданы более 100 ролей. Юбилей актер отметил творческим вечером в своем родном театре юного зрителя. Он вышел на сцену в роли Николая Странного в спектакле «Наш отец женится».